Карамба ТВ представляет. Всем привет, с вами Андрей Рыбакин. Фу, как гопники это пьют. Ну, в общем, намек вы поняли. Это Ягуар 2009 года выпуска. Очень серьезная машина. Да и вообще американцы говорят, что это reasonably priced car, что означает идеальная машина в соотношении цена-качество. Ну, сейчас посмотрим. Внешний вид очень хорош, как будто дизайном разработки занимался Леонардо да Винчи совместно с Никосом Сафроновым. Четыре выхлопных трубы, жабры по бокам и на капоте просто кричат, что тут до хрена мощи. 3, 2, 1. Ах, сцепления не хватает с дорогой. Да и коробка переключения передач очень туповата. Когда педаль акселератора нажимаешь в пол, до нее доходит, как до утки, на 7-е сутки. Нормальная шутка? Действительно, когда газ в полу, Ягуар разгоняется до 100 за 4,5 секунды, а это очень быстро. А еще при этом он издает очень грозное рычание. Звук BMW M5 по сравнению с этим мурлыканье котенка. Да и расход у Ягуара больше. А это значит, что в Москве будет гораздо солнечнее и теплее. Все это благодаря огромному 5-литровому V8 с нагнетателем, который выдает 510 стандартных лошадиных сил. Но хозяин автомобиля решил, что этого мало, и решил немного доработать его. Ну, знаете, как это бывает. Покупаешь девятку, потом елочку, потом спортивный глушак, а через неделю уже думаешь, как бы туда вкорячить двигатель от приоры. Преимущество механического нагнетателя в простонародье суперчарджер – то, что он постоянно работает за счет привода от коленчатого вала, а турбонагнетатель использует энергию выхлопных газов. То есть суперчарджер работает уже на холостых оборотах, а турбина начинает нагнетать воздух после того, как поднимается давление выхлопных газов. Ой, борщи! Автомобиль роскошный, есть подогрев руля, вентилируемые сиденья, плюс подвеска очень мягкая. Его, конечно, мучили на Нюрбург-ринге, но это никак не отразилось на комфорте. Сидишь, как будто в жирном тюлене. Очень приятное ощущение. Есть кнопка Dynamic Mode, которая полностью переключает автоматическую коробку передач в ручной режим. А еще есть кнопка отключения всех систем стабилизации и контроля тяги. А это значит, что на машине можно передвигаться вот так. Конечно, управляется она не как BMW M5, но тоже нормально. Вася, тут башкой мошку не разбил. Нет, мы ускочили по вороту. Хорошая машина, но минусы тоже есть. Этот Ягуар в 2009 году купался за 4,5 миллиона рублей. А сейчас его, дай бог, кому-нибудь за 2 ляма впарить. И это несмотря на то, что он в идеальном состоянии. Объясняется это тем, что в России было продано очень мало таких Ягуаров. И они большая редкость.
Здесь стоит электронный дифференциал, как у Феррари, и очень умная подвеска, которая меняет свои настройки 1365 раз в секунду. В общем, потрясающий автомобиль. Ладно, всем пока. С вами был Андрей Рыбакин. Еще увидимся. Все в Тойотах. Не поймешь, где Тойота охраны, где Тойота, операторы где сидят. А в топ-гире было там у них Мэй поехал не за, не за тем. Да, не за тем Рейндж-Ровером. Да, да, да. Я тоже не знаю, за какой Тойотой ехать.